Автострада 375, штат Невада. 23 часа 17 минут. Запретная зона, военный полигон, проезд запрещен. Когда я слышу это, мне всегда становится лучше. Послушайте, какое начало. Сгорает нетерпение. Самолда, до сих пор ты не слушаешь, который позвонил тебе. Откуда мы знаем, что этот чокнутый? Они взяли свои энциклопедические знания о внеземной жизни из фантастических фильмов. Этот чокнутый работает на Грум-Лейк, зона 51, где военные супер проводят последние 50 лет секретные эксперименты с внеземными технологиями. Здесь все ответы. То, о чем мы догадывались, но не могли доказать. Доказательства здесь. Планшетик заряжаю. Мы провели в машине много ночей. Мы сделали сотни, если не тысячи. Пастила Белевская. Где люди создают семьи, покупают дома, играют со своими детьми. Одним словом, просто живут. А мы все едем. Это и есть нормальная жизнь. Тебе никогда не хотелось остановиться? Выйти из этой проклятой машины? А сесть где-то и вести нормальную жизнь? Это и есть нормальная жизнь. Ну а сейчас под бормотание Кевина и Стива я буду читать вот этот святой текст великого шотландца, который многому меня научит и много мне даст. Видите, совсем еще не поздно для меня. Когда я занимался по 10 часов и ложился всегда в 2:30.